Даже для тебя не снял бы. Вот это гора мусора. И вот она пошла дальше. Вот что они оставляют после себя. Да, это... Это шланги для осуществления полива капельным путем. Все это валяется долгими годами, лежит вдоль рек. Посмотрите, пожалуйста, вот это вот все потом окружающая среда перерабатывает. Вот посмотрите, это у нас остатки продуктов пребывания, так говорится, корейцев, которые производят лук, морковь и другие сельскохозяйственные продукты на территории Саратовской области.